Слушай, короче, я не знаю, как мы это все пройдем. Но как-то должны пройти. Видишь, тут уже ветер меньше. А тут сейчас в лесу ветра не будет. Куда прямо не знаю. А нам сейчас вон туда поворачивать-то. Ну вон, видишь, перекресток, как я его называю. Ну вот, тропинка туда ведет. Так что дойдем. Солнце вышло. Мы туда долго идти будем. Да? Я тебе говорю, мы да, быстро-то не управимся. А что у тебя в три? Ну сейчас попробуем увязаться. Посмотрим. Ладно, пошли дальше. Нам идти еще 5 или 7 раз по стока. Сколько мы вот шли до этих ворот. Сугробы по колено. Куда ты? Пошли вот калитку. Ну я тебе что и говорю, здесь никто не охотится. Да куда? Да пофигу, пойдем. Оп, все. Тут вот что-то проезжало. А дальше все. Game over. Смотри, целина какая. О. У меня, правда, есть стабилизатор. Но мне его неохота доставать. Стабилизатор, в смысле, ну? Для телефона. Двумя руками, чтобы снимать. То есть вообще дрожи нету. А селфи-палки, если еще есть? По-любому ходят кто-нибудь. Сейчас, глядишь, этих увидим. Оленей. Если где-нибудь лазят. Главное, чтобы кабаны нам не попались. Идем как по асфальту. Вообще. Дорога шикарная. Везде все заметено. А у нас тут... Прям вообще. Да у нас тут вообще красота. Вон. Березы как остались гнутые, так до сих пор. Ха. На это наложить музыку из «Кошмар на улице Вязов». Местность заснять какая тут зимой. А эта дорога тоже старая. Так что пойдем дальше. Не, здесь шикарно все. Идет прямо. Она уже здесь такая, как ее, летом-то, натоптанная, ровная. Да. Опа, пролезли. Видишь, оно как. Не, слушай. Ну да, пойдем, оно самое. Как будет совсем прямая линия, так все, пришли. Тут любителей романтики-то сюда сходить-то, да съездить-то полно. Слушай, что-то как-то тут неровно все. Это не та дорога. Но она вон там, наверное. Вон она. Мы на нее только сейчас подходим. Они по объездному ехали. Мы по ихому следу просто идем.
Она ровная, ровная, а тут, смотри, петляет все. Мы в итоге все равно придем туда, куда надо. Как тут не крути. Вот этого не было. Вот этого ничего не было повалено летом. По чьим-то следам они все вот так. Куда-то не туда мы ушли. Не, ну херня какая-то. Мы с тобой, я тебе говорю... Получается, на там должны быть церковь, да? Какой там, на? Мы с тобой уже туда, наоборот, ушли. А мы должны были идти просто прямо. Чувствуется уже запах дров. Походу, там Саша, который живет в лесу, что-то жарит или отапливает свою землянку. Или готовит тебе обед. Но я вообще-то это самое и сказал вроде. Не, но все равно мы с тобой шли какими-то этими петлями. Не той дорогой. Не там мы. А, вон смотри, может там он. Че там? Коридор-то. Ну может. Но такого вот, где мы сейчас, такой местности нету. Вот, мы пришли, это я тебе даю гарантию, это река. А вон речка. Вон вода не замерзшая. Где? Да мы вообще не там. Я тебе говорю, мы не по той дороге пошли. Значит, вот опять мы блуждаем. Здесь вот возле церкви Веретьево. Уже шли-шли, но никак не можем дойти. Значит, там у нас... вот туда, пожалуйста, наведите камеру. Значит, там у нас река. Река. Но она сзади нас. Ну да, получается, сзади там. То есть, а мы... Шли-шли, ну вышли как бы не на нее. Мы вот идем по таким сугробам, вот пожалуйста. Вот. В общем, моя версия событий. Эта местность Мишу не любит. Он уже третий раз не может попасть к этой церкви. Третий раз мы здесь. И мы прямо, ну от нее, можно сказать, шапку докинут. Но почему-то вот не можем никак. Не, ну реально, вот сейчас, да, дым вокруг. Запах дыма. Полюбасу это... От землянки Санька, который тут живет. Но что-то толку ноль. Ха. Не, ну слушай, просто вот кто-то ехал куда-то. Мы по его следам ушли. Я думал, они ехали прямо к церкви, но изначально мы шли туда. Ладно, пошли мы искать дорогу. Смотри, где-то там. Я ходил за церковь, за мосты, да? То есть, если мы сейчас мосты видим, то я примерно знаю, где церковь. Потому что мосты строил этот Санек, который тут живет. Они тоже такие будут, эти перил торчать, и снег должны, как на болоте. Нет? Ну, короче, нефиг, значит, там делать. Ну, пойдем сейчас назад, а там пройдем. Нашли мы. Нашли на дорогу. Вот она, теперь точно это она. А то собрались, да, по реке вплавь. Мы велик вот здесь вот ставили. И с велика на фотик фоткались на этой дороге среди елок. Из-за чего я говорю, там в основном березы лиственные должны быть. А мы с тобой там шли через какие-то елки сплошные. Ну вот, отойди чуть-чуть в сторону, чтобы было видно. Вот она теперь, эта прямая дорога. Да, дошли. Не, так мы бы с тобой вон с той стороны вышли, но через час. Да. Только сними. Что у них тут нового?
Ну, видишь, Сашка за всем следит здесь, раз все лампадки горят. Тебе святой воды не надо? Свечку не хочешь поставить? Тут у них все есть. Вот у них свечки лежат. Вот все-таки. А? Где изначально был вход на второй этаж? Там винтовая лестница была. Где вот колокольня? Да. Так вот, я подошел, перестала шипеть. Слышь, мистика. О, опять она захрустела, та лампадка. Смотри, он тут снег гребет. То раньше тут все было. Я уж на второй этаж не полезу, я там был. Посмотрел. Там два просто окна снизу, окна сверху. Оно за счет этого и кажется, что там как три этажа.
вот так живешь, ты посреди леса, а к тебе всякие мутные с телефонами ходят, снимают. И что у них в голове, да? Еще хлеще. Вон. Вон, слышь, Санек что-то пилит. Здорово. Ты что пилишь? Так я всегда с камерой. А что ты? Ага. Пошли мы домой. Все. Уходим мы домой. Фу. Без лишних комментариев. Без комментариев. Вот. Все было круто. Посмотрели. Наконец-то я забрался сюда в третий раз. В третий раз. Как сказал Саша, Бог любит троицу. Да, это с тобой я просто был. Видишь, сначала мы не туда пошли, а потом нашли дорогу. И все, теперь мы выдвигаемся домой. Покидаем это место. Мы сюда еще вернемся. Наконец-то мы выбрались из этого поля. Сейчас мы помчимся домой.